Ирина Орлова спрашивает, как лучше разместить телевизор в комнате? Ирина, запомните несколько правил. Первое. Не располагайте телевизор напротив основных источников света, коими могут являться окно или яркие светильники. Постоянные блики будут мешать и портить зрение. Высота расположения телевизора зависит от того положения, в котором вы его будете смотреть. Любите смотреть лежа, расположите телевизор чуть ниже. Комфортное расстояние от глаз до монитора телевизора должно составлять 3-4 диагонали. Ну а для жидкокристаллических телевизоров 2-3 диагонали. Смотрите «Школу ремонта» в субботу в 11 утра на ТНТ.